И всем привет, с вами Александр Навас, и сегодня я играю в редактор Far Cry 5 уничтожение домов номер 10. Штурм. Перед просмотром данного видеоролика поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну я начинаю. Так. Пистолет. Короче, кто смотрел видео, тот уже все понял, что здесь произошло. И почему пистолет так. Прям еще по пули. Нам они пригодятся. Так. Давайте проверим то, что все закрыто. Блин, что делать? Пойду заменю точку! Берешь. Убиваем этого парня. Что? Все закрыто, блин. Как же выйти, блин? Это что такое? Короче, там все снайперы, там вообще, короче, пипец происходит. Здесь вот дом. Видимо, какой-то отель. Она закрыта этой фигней, поэтому выстреливаем. Теперь валим. Тихо. Ну давай же! Не прыгай. Нормально, нормально, нормально. Тихо. Все, выпрыгиваем. Короче, нам надо как-то выбраться из этого отеля. И все. У нас есть пистолеты, у нас есть автоматы. Сыроги. Где-то я могу это? Бегаем. Так. Сейчас надо как-то выбраться. Потому что нельзя здесь долго сидеть, да и эти парни. Делать просто непонятно. Первый раз мы все это запускаю вообще. Патронов мало вообще. Непонятно вообще, что надо делать. Куда бежать-то? Давайте постарим. Непонятно, что здесь происходит, как здесь что делать. Погнали. Что здесь? То есть они решили меня просто завалить. Отель
Зачем-то послали последователей только. Какие-то випари. Твоих я точно уже убил. Так. Как отсюда выбраться-то, блин? Не скажу. Снайперы какие-то. Так, я выбежал. Чё? Ну, типа, я вышел. Чё? А, надо туда. Давай. Точно там убил. Все? По-моему, здесь больше никого нет. Так, только снайпер. Ладно. Ладно. Так, еще раз поднял. Понял. Где? Откуда? Непонятно. Не знаю. Кто-то на меня... Короче, там был. Или в окне, или где-то. Надо их всех уничтожить. Да кто-то смотрит. Из отеля. Вон они все ходят, что-то бегают. Не понимаю, где. Нифига, нет. А там что, тоже миномет? А, блин, три миномета. Подогнали три миномета. Ладно. Как сделать-то? Как убежать отсюда? Последний... Нет, там кто-то еще бегает. Те, с которыми надо разобраться просто. Вон они что-то бегают. Давайте. Лес убежим куда-нибудь.
Держи, типа, маленький какой-то висок. Тихо. Думаешь спрятаться? Я тебя найду. Тихо. Сменю точку, стреляй. Понял. Что это было? Мы просто хотим подготовить тебя к коллапсу. Нифига, ни хрена их то. А чё они все туда подошли? По ним бы. Не спрячешься от Бога! Я пошел. Есть. Меня убили. Ну ладно. Со второго раза пройду, наверное. Давайте. Так. Взяли пистолет. Тут уже какие-то шапки, какие-то фигня. Ладно. Не заметил даже. Баны. Пистолет. Так. Так, это стоял прямо у окна. Ломаем вот дверь. Раз, два, три, четыре. Перезаряжаемся, патроны есть. Погнали. Автомат пистолет берем. Хрена их, что-то вообще до хрена. Вообще что-то жестко. Что дохренаем вообще? Там все они просто спалили. Ну, только последователи почему-то. Где тут был дробовик? По-моему, был дробовик где-то. Он наверху! Идем к патрону дробовика. Так, патроны как бы есть. Они отбегают. Где дверь? Завалили. Ну теперь-то я все умею уже в этой игре. Так что то, что там с дома что-то бегает.
бежать-то? ХП, где ХП? Регенерация. Так. Если был. А! Снайпер, ты здесь уже? Тебя не скрыть. Так, сейчас. Так. Там, а здесь. Так. Ну, прям вот как-то. Валить поодиночке. Видите, они с какими-то уже пришли. Бронежилетами. То есть я не знаю, куда они идут. Куда ты там уже здесь, блин? Это пипец какой-то. Тихо. Они, короче, не дают мне выходить отсюда вообще. Он перебежал куда-то в лес. Теперь в лесу. А, нет. О. Я думал, он в лесу будет сидеть. Давайте я это возьму. О, есть такой автомат. Ну, да ладно. Сейчас мы с ними разберемся. Минус один. Убит. Так, там кто-то есть. Ну что, что три миномета, ребят? Сидят. Их прям спокойно можно так. То есть у них нифига нет, ни патрон, ничего нет у них. Они пришли, сразу видно, на один раз. Да. То есть они не брали патроны, они взяли только ракеты. Для этого. Теперь можно спокойно сидеть, так как я снайперски стрелять. Так что у меня это будет пистол. Убил. Так, осталось чуть-чуть. Боевики? Боевики это нет. Дробовики подбежали уже. Бежишь? Я умираю! Этой твари от нас не уйти! Будешь на меня! Беги к черту! Так, все, убил. То есть они уже применили какие-то дробовики. О, с этим автоматом я вообще все на... Как так? Блин! Капец какой-то, блин. Уже убили. Ну ладно. Давайте еще раз. Вообще миссия написана, что она
Вообще сложно, короче, хардкор. Меня нет. Нет, ну хотя меня сейчас уже завалили почти. На патроны. Раз, два, три. Четыре. Погнали. Почему я выпрыгнуть-то отсюда не могу уже? Давай, 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 давай. Погнал. Автик оставлю пока что. Ни хрена их вообще до хрена. По-моему, я кого-то или же или ранее. Нормально все. Так. Что-то они в один момент сразу их до хрена. Он вообще какой-то вообще нулевой. Убегаем отсюда, убегаем, убегаем, убегаем. Так. Пистолет. По-моему, это все сильно не попался. Там просто не должен остаться уже. Блин, ну куда бежать-то, блин? Тут вообще какой-то пипец. Так, вниз. Их там, я не знаю, с каждым разом вообще... Так, ну чуть-чуть осталось. Раз. На изи двоих. Так, окей, окей, окей. Сейчас. Так. Раз, возьмем. Так. Берем автомат. Начинаем стрелять этого. На! На! Сейчас, мы уже заканчиваем. Так. 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 Прыгаем. То есть они не взяли никаких пулеметчиков, потому
знаю, то, что если я убью пулеметчика, я захвачу пулемет и вообще. Сидеть здесь, потому что здесь как бы немного безопаснее. Сейчас мы уже заканчиваем, мы уже заканчиваем. Так. Так. Сейчас мы закончим и все. Да где ты сидишь-то, блин? Ты задолбал уже. Где он сидит? Его нет здесь. Возвращаемся. Не знаю, блин, они везде. Как это проходить-то? Закончим. Осталось совсем чуть-чуть. Минус один. Нужно не давать им, чтобы они стреляли по мне. Так, стреляем по ним. Миномет как-то вырубить. Ненадолго хотя бы. Стреляем сюда. Стреляем сюда. То есть стреляем там, где они обычно сидят. Просто так жестко. Пройдем еще одну секунду. Стреляем, 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 потому что нам надо туда. Они стоят именно там, где. Блин. Так. По-моему, я там всех уже спалил. Так, опять за минометом. Те тоже где-то сидят. Не, в лес я уже не побегу, потому что это тупость будет. По-моему, я в кого-то попал. И убил, похоже, кого-то. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Откуда он спрыгнул-то, блин? Это ж пипец какой-то.
стали спрыгивать какие-то мужики просто вот так вот. С дробовиками просто. Так. Парни с дробовиками. Вроде ничего особенного, один дом, блин, а надо бежать прямо здесь. Играть-то очень долго. Чем я сюда побежал вообще? Зачем? Тихо. Вот тебе гадина. На. Автик забираем. Нет, этот автик. Да не то. Этот. Забираем он там уже. Неужели я попасть не могу? Минус два. Так. А что, куда? Опять сюда надо. Как они до крыши уже долезли, алло? Чё? Чё с дробовиками на автомат, вы чё? На здоровье стало меньше. Давайте поднем по ним. Один разочек. Так вот они не спускаются. Да. Всех
крышу даже очистили, охренеть. Так. Наверное, там еще кто-то сидит, но пофиг. Да, сидит один. Они, короче, спускаются, и по крыше они спускаются ко мне. Все. По-моему, никого. Я не знаю. Так, здесь чисто. Ну, кроме одного. Сейчас. Ладно, пошлите. Прикольный миномет, ребят. Но пора заканчивать эту миссию, ребят. Ранение? Кто в меня стрелял? Ну ладно. Так, тихо. А, один? Нет, он там не один. Остались какие-то идиоты, которые еще не сбежали. Все, вот так вот надо очищать всю карту. Врагов. Где он сидит? Ну, это с пистолетами какие-то дебилы, короче. Бегут. Видимо. Потому что у них не дробовики. Наверное, все. Мы всех убили. Есть такой миномет. Что там происходит-то? Наверное, все. Здесь они все сидели, отстреливались. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. И если вам нравятся такие видеоролики, то обязательно поставьте лайк. Пишите комментарии под видео. Всем удачи, всем пока.